daného konfliktu. Ne bakitsin let. Avropada yaşayan polkovnik İsa Sadıqovun rəhbərliyi ilə Norveçin paytaxtı Oslo'da Qarabağa dəstək aksiyası keçirilir. Aksiyada Azərbaycanın haqlı mübarizəsi və Ermənistanın təcavüzü haqqında çıxışlar olub. Данный конфликт. Но 27 лет это достаточный срок для того, чтобы разрешить. Сегодня проводится антитеррористическая операция. Успешная, я думаю, в ближайшее время будет положен конец этому террору. К сожалению, многие, в том числе и средства массовой информации Норвегии, преподносят этот конфликт как религиозный. Как можно утверждать, если сегодня Азербайджан поддерживает такие страны, как Украина, Грузия, Израиль, братская Турция, Пакистан. А Армению на протяжении всего этого периода поддерживала Россия, имперская Россия, поддерживает Иран. Поэтому никакого отношения к религии эта антитеррористическая операция не имеет. Мы знаем, чем занималась на протяжении многих лет Россия в регионе. В Чечне, где было уничтожено 250 тысяч населения, мирного населения, в том числе 40 тысяч детей. И сегодня в Азербайджане, на территории Азербайджана, воюют ЧВК Вагнера, российские солдаты. Это никому не секрет. Это банд формирований, которые были подтянуты туда или переведены. Значит, в Сирии и Ирака это террористические организации. И сегодня Россия продолжает поставки оружия. Оружие массового поражения. Вы знаете, что недавно было использовано те самые боеприпасы массового поражения. Это фосфорные бомбы. Они являются в то же время и средствами химического нападения. Çok sağ olun dostlarım. Eminim ki yakın vaxtlarda bu ameliyatlar çok uğurla başa çatacak. O torpaqlar...